В Мариэл появился новый вуз – Поволжский государственный технологический университет. Именно так теперь называется родной для многих поколений политех, он же МРГТУ. Первыми эту новость услышали школьники, посетившие вуз в день открытых дверей. В преддверии приемной кампании будущим абитуриентам рассказали, за что вуз получил новое название и, соответственно, более высокий статус. Переименовать федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Мариинский государственный технический университет, Поволжский государственный технологический университет. Этот приказ Министерства образования России без преувеличения – новая страница в истории вуза. Один из ведущих университетов республики теперь не марийский, а поволжский. Не технический, а технологический. Не дожидаясь нового учебного года, абитуриентам, студентам и преподавателям МРГТУ придется привыкать к новой аббревиатуре – ПГТУ. С географической точки зрения мы давно уже переросли рамки регионального вуза и принимаем абитуриентов из многих областей республик России, и не только России, у нас обучаются студенты из 9 стран ближнего и дальнего зарубежья. В прошлом году, например, 20% контингента абитуриентов поступили к нам из-за пределов республики Мариэл. Впрочем, новый статус вуз завоевал не только с географической точки зрения, но и содержательной. Политех сегодня лидер в области рационального природопользования. Объем научных исследований в год превышает 170 миллионов рублей. В прошлом году университет выиграл грантов на сумму около 500 миллионов рублей. Хороший задел на будущее. В рамках сотрудничества с ведущими вузами Европы и Америки лекции студентам читают даже зарубежные профессора. Преподаватели играют большую роль в жизни студента. Они могут многому научить студентов. Я наслышана, что здесь хорошая материальная база и общежитие. Для этих ребят мечта поступить в политех уже практически воплотилась в жизнь. Победители межрегиональных и всероссийских олимпиад могут рассчитывать на место в вузе, не проходя вступительные испытания. Кстати, многие из призеров уже определились с выбором будущей профессии. Я думаю продолжить свое дальнейшее образование в области информатики. Престижно учиться в этом вузе. Словом, наш университет признанный лидер в образовании России, да и зарубежья. Изменение его названия на Поволжский государственный технологический университет повышает не только его статус, но и конкурентные преимущества. При этом портрет современного вуза не ограничивается лишь учебными корпусами. Это еще и комфортабельное общежитие, свой стадион, физкультурно-оздоровительный комплекс. Вуз с 80-летней историей и новым именем ждет своих абитуриентов. Уже в мае будет озвучено точное количество бюджетных мест. По прогнозам, их будет не меньше, чем в прошлом году. Всю информацию о факультетах, специальностях, а также об условиях нынешней приемной кампании можно узнать на сайте университета.